Они долго ждали, и это, наконец, свершилось. Дело Грациотова близится к своему завершению. Сегодня прокуратура отказалась от обвинения Вячеслава. Больше подробностей у Анастасии Симоновой. Можно сказать, это судьбоносное заседание. Сегодня прокуратура отказалась от обвинения Вячеслава Грациотова в совершении преступления, предусмотренного 124-й статьей Уголовного кодекса. Прокуратура не видит в действиях парня состава уголовного преступления. Это то, чего мы добивались, в общем-то. Они отказались от обвинения по тем основаниям, по которым мы изначально, скажем так, пытались это дело прекратить. Позиция прокуратуры достойна уважения. Они признали, скажем так, правоту оппонента, и это не может не заслуживать уважения. Елена Грациотова за последние 4,5 года не раз выходила из здания суда со слезами на глазах. Сегодня тоже плачет, но причина совершенно другая. Это слезы радости, да, если честно, конечно, я очень рада. Вот. И я благодарна всем, кто нам помогал изначально и до сих пор, журналистам, всем, общественности. Нас поддерживала вся Украина. Я ждала это 4,5 года. Каждый раз мы ждали, что закончится. Почему-то именно в декабре мы ожидали, что закончится каждому Новому году. Ну вот, случилось. У самого Славы, который столько лет провел в судах, теперь есть повод подумать о своем будущем. Намного легче уже сложится с работой и вообще с планами на жизнь. Это неожиданно. У меня много эмоций. Я счастлив. Мы наконец-то добились того, чего добивались столько лет. И это победа адвоката, это победа всех людей, которые меня поддерживали. Теперь необходимо процессуально установить мнение потерпевших, готовы ли они самостоятельно поддерживать обвинения или нет. Если этим правом они не воспользуются, у суда возникнет основание для прекращения дела. В любом случае, исход его покажет, насколько допустима самооборона в Украине. Это прецедент в определенной степени, потому что не так часто получается добиться подобного результата. Это, конечно, не оправдательный приговор, но это, наверное, даже лучше, чем оправдательный приговор, потому что... Может быть, органы прокуратуры и милиции в следующий раз будут по-другому относиться к подобным ситуациям. Пока же суд объявил перерыв до 12 января. Резонансное дело Грациотова уже точно войдет в историю. Анастасия Симонова, Дмитрий Бондаренко, 7 канал.